Доходы губернатора края упали. За прошлый год Александр Уз заработал на 10 миллионов меньше, чем в 2020-м. Это информация из декларации. Ее опубликовал сайт краевого правительства. В 2021 году доходы губернатора составляли 19 300 000 рублей, то есть в месяц чуть больше 1,5 миллиона. Для сравнения, за 2020-й Александр Викторович декларировал 30 миллионов, то есть по 2,5 миллиона в месяц. Также губернатор владеет 4 земельными участками, 2 жилыми домами по 300 и 600 квадратных метров и автомобилем Range Rover. Супруга главы региона преуспела чуть больше. За год Людмила Уз заработала 20 700 000 рублей. В списке имущества земельные угодья, жилой дом на 1000 квадратных метров, 2 квартиры по 160 метров, легковой Lexus и лодка. Впрочем, свои высокие доходы губернатор и его супруга никогда не скрывали.